Представьтесь. Полюков Сергей Федорович. Я стрелял с автомата. По кому вы стреляли? По гражданам. По гражданскому человеку. Они по гражданке были одеты. Курточка, штаны и кроссовки. Я стрелял из колена прицельно. Вот так находились, да. И стреляли. Я открыл огонь еще раз и получилось в спину, ага. И в затылок.